Добрый день, компания Time Trial представляет вашему вниманию емкость RDV-100. Емкость произведена из плотного ПВХ, из ткани, масло бензостойкой, может использоваться как для хранения воды, так и для хранения горюче-смазочных материалов и топлива. Емкость оснащена удобными ручками для переноски двух пожарных или спасателей, значит, герметичным замком при скручивании на карабине. Очень удобно при транспортировке. Жидкость, которая наполнена емкость, не проливается. Также емкости оснащаются запорной арматурой. Запорная арматура. Возможны различные варианты запорной арматуры в зависимости от типа и размера емкости. Могут быть как полугайки, так и накручивающиеся фланцы. Данная емкость очень проста в применении. Может использоваться как для тушения лесных пожаров, так для и перевозки и переноски жидкости, для наполнения ранцевых огнетушителей и как промежуточная емкость для перекачки воды. Данные емкости могут быть изготовлены по вашему размеру и типу в зависимости от ваших потребностей.